поскольку уже поехали на синем маршруте. И ты сейчас камеру уронишь. Еще камеру уронишь. Парк. Парк. Мини-Турция называется, да? Мини-Турция. Сейчас стоим. Ты камеры. На... перед церковью Султана Ахмед, да? Ну, она голубая, но Султан Ахмед называется. Ветер дует, правда. Но хоть сегодня солнышко. Вот, голубая мечеть написана, Султан Ахмед. Напротив он Айя София. И фонтанчики даже еще работают. Все, поехали. Поехали на выезд. Здесь проезжаем площадь. Трамвайля. Да, и София здесь с краешку. А как тут выезжать будем? Тут какие-то ворота. О, трамвай едет. Бешеный какой, чуть под автобус не попал. Едет. Ну какие-то кафе аутентичные прям. Кладбище. Здесь, по-моему, вход в Топкапе, дворец. Вот, перед нами сейчас увидите. Да. Ух, какие улицы тут узкие. А мы прям за трамваем едем. Машины все налево поворачивают и стоят. А рядом еще трамвайные пути. Вот такой вход у них на трамвайные остановку. Можно спокойно зайти сбоку и сесть, поехать на трамвай. Но почему-то так никто не делает. Хотя, в принципе, у них вот охрана иногда стоит. Будочки сидит. Мужик там какой-то сидит. Время показывается до следующего трамвая. Если едем, ага, вот охранник стоит, говорит, проходите, говорит. Это на каждой остановке по охраннику, что ли? Сейчас будем подъезжать к Галатскому мосту, скоро. Сейчас будем поворачивать направо, и фактически это выезд на пролив Босфора. А если хотим прямо по этой улице, то можно выйти на египетский базар специй. Такие тесные улицы тут. И не боятся, что дома развалятся, как у нас. Вот на этом магазине мы покупали Рахат Лукум в прошлый раз. А вон туда вот, по-моему, базар специй сидит. Вот, а здесь уже, собственно, пролив будет.
Сегодня прям погодка такая солнечная. Очень. Ну, чуть-чуть ветерок есть, но в принципе тепленькая. Вот здесь куча кораблей стоит, пристань. Наверное, на круизе можно куда-то отправиться. Сейчас здесь остановка, если кто захочет выйти покататься. Вон стоит уже какие-то кораблики. Вон там получается Босфорский мост. Мост через Босфором пролив. А вот это сейчас будет, это пролив Золотой Рог называется. Вот это Галатский мост. Внизу находятся кафешки, а вверху рыбаки, которые поставляют рыбу в эти кафешки. Но мы куда-то на другую сторону под мостом проехали. С другой стороны моста. О! Это тоже какая-то мечеть, ну я не помню ее название. Ох, самолет тут поворачивает. Ничего себе. Где он тут-то, елки-палки, не вижу. Прям такой круг делает, не видно. Он повернул уже. Там аэропорт, наверное, где-то Сабиха. Вон такая одна мечеть большая тоже. Но это, по-моему, не голубая мечеть, это другая. Тут на этой стороне тоже какая-то знаменитая стоит мечеть. Всюду маленькие минареты такие, чайки летают, миллион кафешек, Рахат Лукума, продавцы бубликов, жареных каштанов, жареной кукурузы. Вот это выход на метро, метро-мост, здесь только ездит метро, ну и люди могут ходить, причем остановка расположена прям посередине моста над рекой, интересно. Какая-то стройка идет. А вот еще один мост, наверное, мы сейчас на него поедем. Нет, не на него поехали, куда-то под него. А, ну правильно, мы же едем вдоль Золотого Рога. По синему маршруту. Собственно, одной из конечных остановок это будет мини-Турция, да? Или мини-тюрк, миниатюрк называется. Кафешек сколько. Вон там Галатская башня где-то, да? Если не ошибаюсь, наверное, это она. Это нет, наверное, это не она. Вот сейчас мы фактически выехали с Султана Ахмед и едем по проливу Золотой Рог. Монастырь Хора. Фактически вот до этой точки надо миниатюр. Вот уже сокращается бухта. Узенькая становится. Уже такая маленькая-маленькая. Ну все, доехали до миниатюрка, да? Что-то никого нету.
дом вверх дном. Да как, уже обед, уже куда ж не работать-то. Сюда, наверное. А, вот Гериш, вот, да. О, ну все, купили вот билетики. Вау, да это целый раз. 20 лир стоит. Ну, кстати, недорого, слушайте. Ой, каблкар тут ездит, да. Ну, а вот это заканчивается Золотой пролив, получается. Золотой рог, то есть. Там и мост есть. Да, тут собраны все здания, прям такие известные. Наверное, со всей Турции. Вдалеке вот это, наверное, Босфорский мост. Мост из Босфора пролив. Тоже половина зданий неизвестно. Это, наверное, Памукали или Белые скалы их, которые, да? Здесь еще какие-то мечети. Мечети, конечно, очень много. Старинная какая-то. Куча крыш, какой-то дворец, вот это очень похоже на голубую мечеть, но это навряд ли она, скорее всего, не 4 минарета, только лишь голубая мечеть где-то, скорее всего, вон то она, вот это. Пойдемте посмотрим, что там есть. Тут здоровская детская площадка. Дети бегают, тут играют. Наверное, со школы кто-то. Лабиринт вон прям. Ну, детей много там. Какой-то полет на вертолете есть даже. Прям железная дорога где-то проходит. Только поезда не видно. Прям под мостами туда, под деревом. Интересно. Ох, какой минарет. С нескольких колонн. Это какая-то деревня, причем какая-то на немецкую похожа. Ладно, не я. Или... Смотри, какие здания интересные, да? Вот в конце 18 века. А какой-то музей на открытом воздухе, да, используя камни на уровне с хорошим качеством, построили дом. Интересно. Это, наверное, от греков досталось наследство кому-то. Артемис Тапанаги. 334-250. До нашей эры, что ли? Столько колонн там вообще, сколько можно, как-то. А зачем столько много? Не знаю, чтобы держалось это дело. Это этот парк. А еще мне нравятся кафешки тут.
ты уже пробовал донер кебаб? Нет, я не хочу его пробовать. А еще мне понравился торговый центр. Какой? А, вчера который ходил? Да, он такой огромный, 7 этажей. Здание огроменное. Это замок. Это город какой-то. Это городный, загородный замок. Смотри. Это... Я думал, это даже библиотека. Это церковь написана, чёрт. А, чё? Это египетская. Как с башни лентики. The civilization of Hittit. Netuse is separated to three parts as the door with Sphinx. This is construct Kerkeros. Kerkeros bus with an understeed box with is 10 meter. The bow represents the sky standing on the bus of the storm dog god. Since country beast the darlings hated emperor. Empire. Ого. Вот это Каппадокия, здесь шары запускают. Видишь, какие у них горы интересные? Ого. У них горы как будто из песка, да, сделаны. Ну, да, это что-то похоже на песок или глину. Нет, глина другая. Какая-то парламент, здание парламента. Это сделано австрийским архитектором, точнее. Был, значит, в 1939 году. Здесь заканчивается золотой рог. О нет, это разрушительная горилла. Она пришла разрушить наш город. Так она и пойдет. Она думает, как бы начать, с чего начать разрушение. Все. Заходим на мост. Сейчас пойдем через мост по Босфорскому проливу, да? Какие тут дома везде стоят, смотри. Прям с видом на бухту Золотой Рог. Welcome to Asia. То есть мы сейчас находимся в европейской части, а теперь идем в Азию. О, смотри, тут какая старинная крепость. Мост под типа подвесной. А мама точно? Куча старинных зданий здесь. А вон этот самый, вот смотрите, вон Айя София, вот, и голубая мечеть, возле которой мы живем. Там Айя София, откуда мы начали экскурсию. Слушай, это достаточно тепленький. Здесь еще какие-то здания. Вот потрогай, смотри. Даже аэропорт здесь есть. Turkish Airlines. Вот эти три башенки здесь расположены. Одна, вторая. Мечеть Айя София. То есть, это голубая мечеть. Султан Ахмед. А это Айя София. Вот колонны, которая здесь. Между прочим, эту колонну везли-то в 4 веке сделано. Везли из Египта, по-моему, или откуда-то. Или та, да? Или та. А, вот это, да, египетская. А это вот, по-моему, змеиная называется, по-моему. Греческая, да? Ее сломали тоже в 5 веке. В оригинале было 8 метров. 8 метров? Это, видать, она стоит внизу. Был раньше уровень площади такой. Видишь, сейчас что ли подняли. Или поднялось оно автоматически. Это здесь 8 метров? Это ж мало. Нет, это 40 метров где-то, да? 25 метров высотой. Так, а это вот это вот получается 32 метра высота.
Это ж голубая мечеть, они стоят, а площадь. А вот это, по-моему, какой-то в подарок был сделано. Немцами, да, было подарено. Султану Абдул-Ахмед II. Ну, цистерна-базилика. На самом деле она под землей, Вов, для хранения воды использовалась. И здесь все было внутри, ну, в воде. Ну, сейчас там, конечно, музей, можно будет ходить, но там была вода везде. Это сделано для того, чтобы как раз, наверное, хранить хранилище. Ну, не знаю, может быть. Причем здесь головы этих, как они, медуза, горгона, да? И у одной повернута она. Ну, это вот, можно сходить на экскурсию туда. Вкусно, скажи, хоть? Mm-hmm. Перешли на другой берег, на другую сторону дороги. О, купили какую красную штуку. Ну, давай, пробуй свой тюна салат. На Галатском мосту продают здесь рыбу.